знаешь, что такое пламя? Что такое пламя? Жар, который оставляет за собой только черную пыль. Черную пыль. Меня зовут Анна Берег, я студентка географического факультета Московского государственного университета по специальности геохимик окружающей среды. Когда видишь, сколько вокруг проблем, появляется желание действовать. Прямо сейчас. Это привело меня сначала в дружину охраны природы МГУ, а затем и к добровольным лесным пожарным центрального региона. Природных причин возникновения пожаров всего три. Извержение вулкана, падение метеорита или сухая гроза. В остальном виновник человек – это 9 из 10 случаев. Из-за невежества и равнодушия горят леса и населенные пункты. Кроме просветительской миссии тушения, в задачи добровольных пожарных входят разведывательные выезды, отслеживание термических аномалий. При обнаружении пожара задача экипажа – передать координаты ближайшей пожарной части и по возможности не допустить распространения бедствия. Вокруг все застилает дым, слышишь только гул. Все живое покинуло это место, и только птицы кружатся над головой, издавая материнский крик. Под ногами тлеет почва. Иногда кажется, что весь мир горит в этот момент. И даже когда потушен последний язычок пламени, ты не сразу можешь понять, огня больше нет. Появляется чувство сожаления и страха. Раньше за каждым поворотом здесь было что-то прекрасное, а сейчас это черный лабиринт. Пройдет сотню лет, прежде чем здесь снова будет жизнь. Я люблю лес, он живой. Чувствую прохладный запах, тишину, ветер. Закрываю глаза, и я снова там, как в детстве. Волшебное царство. Лес перевернул мою жизнь, заставил иначе смотреть на мир. Добровольцы этих людей немного, и далеко не все могут их понять. Это братство людей разных профессий. Ими движет энтузиазм и желание помочь. Я называю это собственной силой. Те, кто идут в добровольцы, чувствуют ее и способны изменить этот мир. Любой может. Главное – осознать и использовать собственную силу.